Всех приветствую, рада видеть знакомые лица и незнакомые тоже. Большое спасибо, что пришли. Я постараюсь не утомить вас своим рассказом о своих подвигах и как-то обойтись наиболее интересными моментами. Начну с того, что я обычная девушка. У меня обычный рабочий день в офисе, я много времени сижу за компьютером, и если бы не бег, да, я бы, наверное, мало двигалась. Да, второй момент. Такая, как все. Многие мне пишут, что ты, наверное, робот, ты, наверное, что-то ешь, что-то пьешь, что ты так много бегаешь. На самом деле, в детстве я была абсолютно не спортивным ребенком. Я не ходила на физкультуру, я ненавидела бег. И если бы мне тогда сказали, что я буду бегать марафоны, я бы подумала, что человек немножко не в своем уме. Тем не менее, вот на сегодняшний день, да, в общей сложности у меня 24 марафона и ультрамарафона. Бегать я начала совершенно неожиданно и внезапно для себя, когда мне предложили попробовать бегать на беговой дорожке. Я чередовала бег с ходьбой и поняла, что, в общем-то, это не так уж и сложно. Поскольку на тот момент я уже около 4 лет занималась фитнесом, да, то есть тело, сердце было натренировано, и я сразу начала делать такие нагрузки на беговой дорожке по часу. Тем не менее, я стеснялась этого своего нового увлечения, я никому об этом не говорила, до тех пор, пока я не узнала, что Adidas проводит забег на 10 километров, где-то на улице. Я подумала, боже, я же ни разу не бегала по улице, но я так хочу пробежать вот этот забег 10 километров, я же и так их бегаю. Вот. И я вышла первый раз на улицу, сюда, на набережную, я пробежала от одного моста до другого, у меня не было никаких часов, никаких гаджетов, мне показалось там какое-то дикое расстояние, километров 5, наверное. Когда я пришла домой, посмотрела по картам, там оказалось 2 километра жалких, и я очень сильно расстроилась. Но поскольку был тогда вечер, было много народу, мне не понравилось, что они мне все мешали, на дорожке было как-то удобнее. Вот, и я вернулась и опять продолжала там совершать свои действия, никто меня не видел, и все было замечательно. Вот, и я пришла на забег Adidas, 10 километров. Я же бегунья. И я там это почувствовала на себе, вот это вот состояние, когда первый раз ты бежишь в толпе таких же, как и ты. Бегунов, которые кто-то бежит там хуже тебя, кто-то лучше, кто-то останавливается. Вот. И вот этот вот драйв, вот этот вот задор, который там был, он меня мотивировал бегать по улице дальше. И на дорожку я с тех пор больше, ну, можно сказать, что не возвращалась там за исключением там каким-то очень редким. Вот. И момент, который тоже очень важен нам, девушкам. Я начинала бегать по улице в капюшоне или в кепочке, чтобы, не дай бог, там меня кто-то увидел. Сейчас я имею самую большую коллекцию юбок, наверное, ярких шапок. У меня самые запоминающиеся варежки. И все меня... Ну, не все, конечно. Многие бегуны на набережной меня сейчас узнают. После того забега 10 километров Adidas прошел год, ну, чуть поменьше, я бежала 10 километров в рамках марафона Лужники, которого сейчас уже, к сожалению, нет. Пробежала 10, возвращалась домой, и в это время продолжался марафон. Я увидела американку Мишель Митчелл, которая достаточно известна своими тоже забегами, марафонами. Вот. Встретилась с ней лицом к лицу, глаза в глаза, и подумала, блин, как круто она бежит, и я тоже могу. Я тоже могу. Пришла домой, поискала быстренько, какие вообще есть марафоны. В ближайшее время прикинула, что мне понадобится, ну, я здравомыслящая девушка, подумала, что мне потребуется месяца 4 на подготовку, нашла марафон в Мюнхене, подумала, вау, круто, я никогда не была в Мюнхене, пробегу и посмотрю, как же это вообще будет. Следующая мысль была, как же я пробегу марафон, если я никогда не бегала даже 12 километров. То есть десятка была пределом, потолком, и даже представить себе не могла, что можно бегать больше. Я нашла тренера через циклон.
который написал мне программу, и первая задача была пробежать 12 километров. И я опять по этой набережной побежала 12, и вот эта вот граница, да, что ты там бегала десятку больше года, и тут ты пробегаешь 12, это вот, радость у меня была такая, какой я не испытывала даже ни после марафона, ни после каких-то своих ультразабегов. У меня реально были слезы из глаз. Вот настолько это меня впечатлило, что есть жизнь за пределами этих 10 километров. Прошло 4 месяца, и я бежала марафон в Мюнхене. Кто не был, всем советую. Это замечательный город, очень красивый, очень много бегунов участвуют в этом марафоне. Пиво на финише, финиш на стадионе на Олимпийском, да, очень, очень красиво. И когда я бежала, наверное, километр 15, я думала, блин, что я здесь делаю? Я слабая, хрупкая. Зачем мне это надо? Кому я здесь чего доказываю? Думаю, нет, все, больше никогда я никакого марафона не побегу. На 30-м километре примерно меня догнала девочка тоже из России, стала со мной говорить. Вот, и как-то вот с ней говорили, и так я смотрю, и ее уже нет, она где-то отстала, я финишировала, и вот опять же, да, у меня была вот в голове эта мысль, что все, последний раз и больше никогда никаких марафонов. Через неделю я лежала в гамаке во Вьетнаме, отдыхала, восстанавливалась, и мой мозг начал думать, где же мне бежать следующий марафон. Это получилось само собой. То есть я даже эту мысль не контролировала. И тут я поняла, что я стала марафонцем. После этого у меня был марафон в Риге. Тоже очень классный. И мне захотелось пробежать ультрамарафон. Это был 2013 год, но так сложилось, что у меня была травма, потом еще одна травма, мне на какое-то время пришлось прекратить бег, я сильно мучилась, я приходила куда-то бегать, пробегала пару километров, у меня болела нога, и я садилась на скамейку и чуть ли не ревела от того, что бежать я не могу. Но у меня был запланирован следующий марафон, и я его бежала на обезболивающих с болью, и ну, тоже никому не советую этого делать. Потом так произошло, что все мои травмы перестали меня беспокоить, и мне захотелось, ну, точнее, то желание пробежать много и долго у меня оставалось. И тут произошел вот знаменитый забег Дмитрия Ерохина из Москвы в Сочи, о котором я каждый день на Правде.ру писала, что вот Дима сегодня пробежал там 70 километров, чувствовать себя хорошо, всем доволен, ничего не болит. И меня стало тянуть просто на эту трассу. И я выпросила у руководства командировку туда на забег и присоединилась к ним на 13-м дне забега. Вот, и я пробежала первый раз 62 километра. Пробежала на одном банане, горсти орехов и трех глотках воды реально. Поняла, что вау, круто. И наступило воскресенье, я вернулась в Москву. Некоторое время я еще писала о том, что Дима там продолжает бежать. И сколько там ему еще осталось до Сочи. И меня стало тянуть опять на эту трассу. Вот. Командировку мне уже никто не дал, пришлось лететь за свои деньги. Прилетела, и так получилось, что я попала на предпоследний и последний день вот этого исторического забега Москва-Сочи. Пробежала 60 километров, на следующий день 18. Прилетела в Москву. Тут как раз так совпало, что в Бронницах первый марафон был, и там 50 километров дистанции. Подумала, вау, круто. Официально ультрамарафона у меня еще не было. Побежала 50. Ну, потом неожиданно, совершенно случайно мне сказали, что в Латвии будет чемпионат в беге на 100 километров. Думала, вау. 100 километров я еще не бегала. Ну, думаю, раз Мишель Митчелл бегает, то и я смогу. Тоже интересный момент. Как иностранка я там не могла, не имела права принимать участие, но организатор, с которым я списалась, решил, что
Ну, раз я не бегала, раз у меня такого опыта нет, ну, скорее всего, я пробегу 50 и сойду. И неожиданно для него и там, для всех я заняла там второе место. Вот. И когда была церемония награждения, они просто не знали, как меня награждать, потому что в регламенте это даже не подразумевалось награждать не гражданина Латвии. И мне дали кубок за третье место, медаль за второе место. И какую-то там медальку еще там почетного участника. Вот. Через две недели после этого я совершенно случайно узнала, что будет забег из Таганрога в Азов. А тремя неделями ранее, и ранее я там была, и мне очень понравился город, люди, и ну, вообще Ростовская область, там тепло. Вот, и я решила бежать эти 100 километров с Таганрога в Азов вот спустя две недели после чемпионата Латвии. Была очень сильная жара. Ну, не знаю, там кто-то из вас, возможно, знает эту тоже грустную историю. Было 8 мужчин и одна я, и все сошли, все мужчины на 67-м примерно километре бега. Все они ростовские крепкие парни, которые, в принципе, могут так бегать каждый выходной. Я была единственной, кто специально прилетел из Москвы, поэтому ну, такая ситуация, что там все сошли и сказали мне, там, извини, там, мы хотим пить пиво и купаться, вот, и поэтому никто не бежит, и ты тоже не бежишь. У меня было состояние такое, что сейчас вот я возьму там свой рюкзачок из машины, который нас сопровождал, надену его на плечи и вот добегу оставшееся расстояние одна. Вот, я реально расстроилась, и один из организаторов обратил на это внимание и сказал, ну, блин, ну зачем тебе это надо? Ну, ты же вот только что пробежала 100 километров. Сказал, я прилетел сюда за этим, и я пробегу, чтобы здесь кто чего не думал и не говорил. Он говорит, окей, тогда вот каждый из тех, кто сошел, будет тебя сопровождать по 2 километра. Вот, это было вообще очень круто. То есть мужчины, которые бежали рядом со мной, менялись. Ну, там, естественно, там останавливались, там пили воду, что-то ели. Вот. Жара была адская. Было уже 8 часов вечера, солнце продолжало светить, и казалось, что оно будет светить вечно. На 97-98 километре я попросила, чтобы мне кто-нибудь почитал стихи, кто знает. Уже не хватало собственных ресурсов добегать, и мне начали читать стихи, это тоже очень эпический был момент, и я добежала, спросила у организатора, говорю, вот представь себе, что если бы никто не добежал, было бы ли у тебя удовлетворение от этого забега, и вот то, что сейчас я это сделала, он говорит, да, конечно, круто, молодец. Вот, и после этого я вернулась в Москву, вся в ожогах. Я не могла улыбаться, я не могла нормально моргать. У меня болело лицо, кожа. Но я была очень счастлива. В то же лето у меня зародилась традиция перед каждыми выходными по пятницам просматривать, какие есть забеги, какие марафоны там, в Москве, там, в Питере, ну, куда можно взять и поехать. Так произошло в один сентябрьский пятничный вечер. Я открыла сайт пробег.орг, календарь, и увидела, что через день, то есть это была пятница, в воскресенье будет Кубок России в беге на 100 километров. Я так решила, что это очень круто, и поехала. Была нужна справка и была нужна страховка. Страховку я купила где-то на месте. Там денег никаких не требовалось за участие. Прилетела и побежала. И заняла четвертое место. Вот. Вот на этом как бы мои сотки закончились. В этом году будет несколько. Что еще? Рюкзак, да. Было в этом году полумарафон с рюкзаком. Когда я вообще узнала, что бывают такие забеги с рюкзаком, там 10 килограммов на себя нагрузить и бежать, было интересно просто попробовать, смогу ли выдержать это я, смогу ли
бежать, да, 21 километр. Я купила себе 10 килограммов дроби, набила в рюкзак. Вот, и вышла на тренировку. Сначала пробежалась по набережной. Ну, плечи болели, было тяжело. Скорость бега, конечно, очень была низкая. Но бежать можно, и это не смертельно. Я поговорила с врачом. Врач спортивный, хороший, сказал, что тоже не видит проблемы. Вот, и я решилась на полумарафон. Как бы я его пробежала, я его прочувствовала каждый километр на себе, вот, и поняла, что это не мое, да, в беге мне больше нравится полет, и когда легко тебе, хорошо, ты улыбаешься, заражая улыбку окружающих. У меня вопрос, я тоже участник этого забега с рюкзаком. А как думаешь, почему огромное количество мужчин тебя пыталось отговорить, что это вредно, что это страшно, что ты ни за что не бежала? Ну, Дима, это очень хороший вопрос. Это невероятное количество. Наблюдая за мужчинами, бегунами и не бегунами, да, это одни тебя как-то наоборот подначивают, да, что вот, а вот пробеги вот это, пробеги еще вот это. А другая часть, наоборот, сиди дома, вари борщ, ходи на танцы, да, например, вышивай крестиком, не летай там никуда по выходным, да, как можно там строить отношения какие-то с кем-то, если ты там вечно где-то летаешь. Была у меня совершенно жуткая ситуация, когда мне человек говорил, куда же ты вот от меня уходишь, вот я вот опять без тебя один страдаю, и вот чем больше я это слушала, тем дальше мне хотелось бежать, дальше больше, больше и больше. Наверное, вот это... Он, наверное, этого не знает, но вот, сыграл свою такую роль. Даже вот будет забег, да, там сейчас уже, наверное, начался, там в ЦУМе будут бегать по дорожкам, и Денис Маджара, когда узнал, что я буду бежать по беговой дорожке 30 километров, он сразу написал, я буду бежать 50. Вот. Это я знаю, я прочитал 50, думаю, он бежит 50, может, мы 55 пробежим. Вот, вот, это вот, они мужчины. Почему отговаривают? Я про это спрашиваю. Я тебе объясняю, почему отговаривают. Либо беспокоятся за твое здоровье, либо хотят то же самое, но не могут, либо хотят то же самое, но могут. Боятся конкуренции. Да, конкуренция. После вот этого забега эпического из Таганрога в Азов мне столько мужчин написали, что я поступил не по-товарищески, что я не человек команды. Даже Дим Ерохин там мне когда-то писал, что я не могу бегать, ты не можешь бегать в команде. Ты поставил себя выше мужчин, как так можно? Дима такое писал. Да, много чего было. Она не знает, это надо у мужчин спрашивать, которые отговаривают. Отговаривают в основном диванные критики, да, которые лежат там, листают Facebook и видят тут такую безумную Румянцеву, которая куда-то там собралась бежать с рюкзаком, и он думает, ну блин, зачем я, если это мне не надо, то ей это зачем вообще? Ну вот, у каждого своя планка. Зачем? Мне зачем? Но я рассказала, зачем. Мне было интересно ощутить на себе прелесть такого бега, когда на тебе вот этот вес, он на тебя давит, он тебя сковывает, ограничивает твои движения, твое дыхание. Я, кстати, один из отговаривающих бегов, потому что в свое время бегал на тебе 35, рация, боекомплект и так далее, и так далее, и так далее. И 20 километров через лес. Ну вы же выжили, Андрей. Жень, а реально какие-то последствия были, не были, там, болели суставы, может быть, спина, еще что-то? Я очень ответственно подошла к подготовке. Я за месяц стала ходить в тренажерный зал и делать упражнения на спину, на плечи. В рюкзаке была дробь, издали было видно, что человек бежит с рюкзаком. В рюкзаке что-то серьезное есть, потому что за 800 метров видно навстречу по одежде Женя. По фигуре Женя, по движению, по технике. Что случилось? Не вижу движения. Как написал тогда Александр, рисунок бега не тот. Ну вот, извините за профессиональный жаргон, но вот другой человек. Женя, как ты восстанавливаешься после марафона? Велосипед, плавание. Ну, здесь сразу же. На следующий день после.
У тебя болят ноги? Как ты себя ощущаешь вечером? Ноги у меня давно не болят. Хорошо, раньше. Вначале болели? Болели, когда я тридцатку, наверное, первую пробежала. После соток ничего не болело. После первого марафона болели ноги. А, в принципе, каждый день болеть? 6 дней в неделю. В 7-й день я хожу 1,5 часа. Как питаешься? Я веган. То есть я не ем мясо, не ем молочные продукты. Не ем, но стараюсь не есть вареную пищу и как-то приготовленную, как-то обработанную. Все сырое, да? Сырое? Сырую, но я себя не считаю сыроедом на 100%. Давно? Мясо не ем 15 лет. Нет, а в процессе забега. Как ты? Как я питаюсь во время забега? Да, не ешь вообще. Ограничиваюсь минимумом. То есть на сотке, на самый первый, я считаю, что я переел. У меня был апельсин, там было несколько бананов, какое-то количество сухофруктов. На второй сотке я тоже переела. И идеально у меня сложилось на Кубке России, когда я съела, может быть, половину банана от силы и много-много пила. Ешь ты много? Пью я много. А после сотки сколько теряется вес? На первые сотки, несмотря на то, что я много ела, ушло 2 килограмма с небольшим. Последний я не считала. Ну, вообще я мало теряю. То есть за 8 полноценных часов сна я там, могу потерять 0,5 килограмма, а за 15 километров бега от силы 300 граммов веса. Потею я мало, воды пью не очень много. Гемоглобин держится хорошо. Гемоглобин держится. Ну вот я сегодня сдала анализы, потом могу рассказать, что... Железо не проседает. Бывает и такое. А можно вот женский вопрос? Да. Он такой немножко личный. Когда ты знакомишься с незнакомыми мужчинами, ну или они с тобой по-разному, да, ты стараешься рассказывать или наоборот не рассказывать вот о своей вот этой беговой деятельности, как сейчас не знаю. Я рассказываю. Было много историй, связанных с бегом, со знакомствами на бегу. Одна из историй закончилась тем, что мальчик, который катался на велосипеде, да, он меня увидел, со мной познакомился, я ему рассказала, что вот я хочу принять участие в триатлоне. Он говорит, вау, круто, но я никогда не слышал про триатлон, что это такое. Я ему рассказала кратенько, и через 2 месяца он сделал свой первый триатлон, а я его не сделала. Вот, еще была одна крутая история. Мужчина бежал со мной 15 километров. Потом он сказал, что он никогда в жизни столько не бегал. Он говорит, подождите, я передохну. Вот, но так складывается, что если человек не бегал раньше, и за время общения со мной он как-то не дорос до того, что он может бегать независимо, автономно от меня, то с бегом он завязывает. Почему-то. А еще очень часто пишут мужчины, можно ли с вами присоединиться на тренировке. Я пишу, окей, 6 утра, набережная Лужников. Вот, и сразу 80% желающих отпадает. Ну, а те, кто соглашается, прибегают. Ну, обычно это те бегуны, которые и так бегают без меня. Это правда. Я участник мероприятия. Да, кстати. Дело нормально. А тебе утром или вечером бегаете? Утром. В 6 утра. Спишь минимум 8 или нет? Или не получается? Минимум 6. 8 – это уже счастье. На голодный желудок бежишь? Съедаю половину банана. Классика желудка. Перед марафонами, ультрамарафонами съедаю апельсин один. Не знаю, классика, не классика. Про ночной забег. Я потом скажу, что такое классика. Про ночной? Да, который про вас. Ночь Москвы, да? Да. Ну, когда мне опять же Дима Ерохин написал, что прими участие, у тебя есть шанс попасть в призовые, я ему написала, Дима, я не знаю, откуда я буду черпать мотивацию бежать 6 часов в манеже, длина которой 200 метров, в душном помещении, да, потому что я привыкла бегать по улице, когда свежий воздух, и тебе хорошо и приятно дышится.
Вот, но тем не менее я решила испытать себя, да, я это считаю испытанием очень серьезным, потому что была пятница, был полноценный рабочий день, непонятно было, как решать вопрос с питанием, то есть тоже там, ну, старался вообще не есть после там, 3 часов вечера. И бежала, когда было очень тяжело с 3-го по 4-й час. То есть уже этот круг тебе надоел. Не хочется ни бежать, ни идти, не хочется ничего. Если бы не бегуны знакомые, которые там были, и меня там всячески поддерживали, поили, и давали уже какие-то витаминки, я бы 100% сошла. Вот, но я рада, что я добежала, финишировала еще и заняла 3-е место по Москве. А повторить хочется? Все как обычно. Когда ты там бежишь, ты думаешь, что все, ты никогда вообще больше. Когда ты финишировал, там у тебя эндорфины, эмоции, думаешь, ну, возможно, может быть. Сейчас я точно могу сказать, что в следующем году я приму в этом участие. Там, кстати, были очень интересные женщины, для которых это был уже 11-й забег в манеже. Кто-то там сотки по 7 раз бегал в этом же манеже. Ну, то есть, главное настроить свой мозг. Как настраиваешь? Для начала надо выбросить из головы весь мусор. Мусор — это то, что нам говорят окружающие. Как ты сможешь? Зачем тебе это надо? Выбросить то, что у тебя накопилось на работе, то, что у тебя накопилось где-то дома, то, что тебе кто-то сказал. Это первое. Второе — выбросить из головы все свои достижения, которые у тебя были. То есть не думать о том, что вот там я там где-то когда-то уже что-то бежала или где-то я там сошла уже раньше, что я никогда не бегала в манеже, то есть это тоже мусор. Ты это выбрасываешь, твой мозг чист, есть только ноги, есть этот манеж, и все, беги, перебирай ногами. И что, ты ни о чем не думаешь? Ну, мысли какие-то приходят, конечно, но они больше абстрактные. Ну, вот хороший вопрос, о чем ты думаешь, когда бежишь 4 километра? Ты бежишь, все передумать можно. С плеером я не бегаю. Я слушаю окружающие звуки, себя слушаю, свое сердце. И иногда свои мысли. Если удается впасть в такое состояние медитации, ну, это чаще всего получается, это самое идеальное. Если ты из него выходишь, то уже там какие-то мысли тебя посещают, и надо с этим что-то делать, как-то возвращаться обратно в это состояние. Вот, в состоянии медитации ты, ну, это все равно, что погружение в воду с аквалангом. Погружаешься, и потом через какое-то время выныриваешь, смотришь, хоп, уже 25 километров прошло. Я так иногда выхожу на тренировку, я ничего с собой не беру, на воскресную ни воды, ни еды, вот, и погружаюсь в это состояние, смотрю, уже там пробежала 45 километров, думаю, как вроде 30 планировала, вот, и еще домой возвращаться. А 30 километров где проявилось уже? Вот эти вот несколько дней. Это в Италии. Монблан. Старт и финиш у подножия Монблана. Это трейл. УТМБ? Дим, наверное, лучше знает. Тур-гигант. Тур-гигант. Тур-дижон? Да. 16-й? 15-й? 15-й? Я буду первой россиянкой в истории этого забега, которая будет там участвовать. А кто-нибудь тренирует или самостоятельно? Есть несколько человек, которые дают мне советы, какие-то рекомендации. Есть постоянный тренер по ОФП в тренажерном зале. Есть тренер по плаванию. Один раз. Ну, делаю я еще ОФП на улице. А ты бегаешь каждый день? Я уже отвечала на этот вопрос, да, 6 дней в неделю. И ОФП каждый день, да? Нет, не каждый. А мышечную массу как устанавливаете, если вы бег? Что вы едите для того, чтобы установиться? Потому что расстояния большие, а мышечная масса так или иначе все равно съедается. Да, у меня потеря сейчас большая мышечная масса, 2 килограмма. Вот. Как я буду устанавливать, я еще не обдумываю этот вопрос. А йогой занимаетесь там или чем-то?
йогой, когда я себе, ну, обычно себе на год какие-то цели ставлю, я писала себе, что раз в неделю заниматься йогой, меня хватило на 4 недели, то есть на 4 раза, и пока что нет. Это мое, это надо, но на это просто сил иногда не остается. В прошлые выходные я сделала свой первый триатлон. Это было в фитнес-клубе. Да, в фитнес-клубе. Проплыла 1500 метров в бассейне, потом крутила на станке 40 километров, еще 10 километров бежала по беговой дорожке. На следующий день планировала там еще пробежать километров 20, но меня хватило только на велик. Мой преподаватель по йоге меня ругал, когда я приходила к нему там после 30-х, после 50 километров. А в триатлоне есть планы вперед, Жень? Я планирую сделать половинку в этом году. В следующем году полный Ironman. С таким же количеством еды? Вот насчет еды я тоже не думала, но вот то, что было в эти выходные, я там обошлась половиной банана. А на половинку уже город выбран? Или это абстрактная пока идея? Ну вот в Сочах будет половинка? Да, где ты будешь? Вот, наверное, в Сочи. А. У меня вопрос провокация. Кто бы сомневался? А почему у всех женщин ультрамарафонок нет близких подруг, и они общаются только с мужчинами? Да. Либо... Ну, я не про нее сказал. Либо уважают и завидуют, да, либо... Да, завидуют и не уважают. И, а те подруги, которые там из прошлой жизни, да, когда ты там еще не бегал, когда учился в школе, в институте, у них совершенно другие цели и интересы, и когда ты там с ними находишься, они там тебе о своем, там, о детях, о, там, как, о том, как тяжело похудеть и так далее. Вот. А ты со своими забегами, там, тур гигантов, еще о чем-то. И такое непонимание происходит. Можно я помогу вам в этом вопросе? Все сильные женщины, им не интересно с обычными женщинами, потому что это бабские разговоры, которые неинтересны просто совершенно. Ну да, да, да. Что надоели подруги там 200 километров. Нет, даже просто не о чем говоришь. Тут там похудел, тут там сделал, тут там постирал, тут купил тряпку какую-то, тут там. Это неинтересно совершенно. Ну я думаю, не только из-за этого. Потому что ультрамарафонцы столько времени бегу уделяют. И в основном, вот я знаю, как Ира Коваль, они общаются со своим тренером больше, наверное. Ну, я тоже Коваль, она только с мужчинами общается. На женщину вообще не может разговаривать. Ну почему? Я с ней общаюсь нормально, она улыбается, хорошо общается. У меня вокруг мужчины больше. Да, вот можно еще ремарку, да, с Мишель Митчелл, которую я тогда увидела перед своим первым марафоном. Я с ней, в конце концов, познакомилась. Мы с ней даже общались, но... Подругами мы с ней не стали. Но она человек, который, о чем бы он тебя не спросил, что бы у тебя не интересовал по поводу меня, да, конкретно, она все разговоры переводит на себя. Вот я, вот у меня то, все. Вот я могу еще там пробежать, а вот я бы тоже могла пробежать в Броницах. Вот мне никто не сказал, что там призы будут. В общем, вот у нее все на себя. Как переживаешь сходы? У меня было 2 схода. Я не пробежала 60 километров. Там я переживала... Там я была сама виновата, что я накануне очень много ходила, очень много... Ну, мало отдыхала. А второй раз я сошла на сотке в Москве. И там я очень сильно переживала. Вот, я ищу виноватых вокруг сначала. Первая реакция. То есть я обвиняю там людей, которые были рядом, которые меня там либо поддерживали, и я их обвиняю в том, что они неправильно поддерживали, а тех, которые не поддерживали, обвиняю в том, что они меня не поддерживали. Вот. Потом уже там через какое-то время приходит осознание, что виновата сама. Ну, я могу тебя немножко здесь, тебя в твоих глазах реабилитировать. То, что ты сошла на сотке, это лишнее расстояние. Такой страшный удар по психике. Уже ты лишние километры пробегаешь, что на чемпионатах мира
по приключенческим гонкам, по трейлам люди сходят, пробегая лишние километры. Но настолько удар, когда ты вот бежишь эти там 100, там 200 километров, когда ты пробежал... Я могла абстрагироваться от этого километра, я не смогла от него абстрагироваться. Значит, слабая еще. Вот. Значит, виновата сама. Значит, еще есть куда расти. Еще провокационный вопрос. А бег не мешает личной жизни? Бег помогает личной жизни. Андрей, у меня столько поклонников. Да, но есть время с ними общаться. Они же, когда говоришь 6 часов на трассе, они не приходят. Приходят? Конечно. Это самое главное, даже. Возможно, он не придет болеть за тебя на трассу, но он обязательно придет там тебя оттуда забрать, придет, принесет тебе апельсин, там, если надо. Почистит, да. Ты еще скажешь, что он невкусный, ты притащил невкусный апельсин, забери его обратно. Он это вытерпит. Вот, и сейчас, благодаря бегу, у меня появилось очень много поклонников по всей стране. И приглашают там, в одном марафоне пробежать, там только приезжай, найдем, где пожить, там, что поесть. В Израиль меня позвали, мне сказали, вот была там какая-то сотка осенью, сказали, вот бежали девушки, но они не бежали, они там шли пешком, и они все стояли на подиуме, как же так? Вот, приезжай, покажи им, как надо бегать. Иерусалим Яфа? Да. Вот это у тебя какой-то марафон? На ультра я первую половину бегу хорошо. 5.15, 5.20. А вторую половину у меня темп падает каждые 10 километров на 10 секунд. Еще некоторые забегают вперед. Женя, можно с тобой сделать селфи? Делаю селфи и бегу дальше. В марафоне ехала на велосипеде, просто отбивала. Они едут каждый раз. А можно это спросить? А можно это? Семинар у нее сплошной. Горка, не горка. И вокруг толпа. На работе изменились какие-то отношения? Как на работе все понимаешь? На работе, так как я журналист, у нас есть такое понятие, как планерка. Мы собираемся все вместе, обсуждаем, кто у нас что написал за день, кто собирается что написать. И наша планерка обычно начинается с вопроса нашего начальника. «Женя, сколько вы сегодня пробежали?» Сегодня мы обсуждали, кто что будет делать, что будет писать в праздничные дни. Мне был задан вопрос: «Женя, сколько вы собираетесь бежать 8 марта?» На работе я подсадила на бег свою бывшую коллегу. Она ушла. Что еще? Мой начальник, опять же, он периодически отчитывается, что он там то он начал гулять с собакой там на полчаса больше, чем обычно, то он установил себе на iPhone программу «Шагомер» и теперь даже по квартире шагает. Ну, я очень надеюсь, что однажды и он побежит. А учитывая исключительно тренировки, то есть забеги, а тренировки, то какой километраж обычно в неделю, в месяц? Вот, и... 80-100 километров в неделю. В неделю? Да. 8 марта, как себе порадуешь? 8 марта я себе порадую ультрамарафоном 50 километров. Ни одного мужчины сейчас. Отлично. Вот, кстати, девушки, это прекрасная мотивация, да, что в ультрамарафонах женщин нет, конкуренции нет. То есть, где бы вы ни участвовали, вы всегда будете в королевах. Вот. И мужчины даже там, которые бегут меньше дистанции, будут на вас смотреть, как на богини. Если я это могу, то и вы тоже можете. Вопрос не провокационный. Почему не решаются? Вот я как феминист, почему могут, но не решаются? Мешают рамки, которые сами себе в голове устанавливают. Боятся. Чего Илконин боятся? Почему ты решилась на тур гигантов? У него 25 лет опыт в горах, он на тур гигантов решиться не может. А, наверное, он знает, что его ждет, а я не знаю, что меня ждет. 330 километров тебя ждет. Ну, я это себе пока что, я себе это с трудом представляю. У меня будет 165 Истре в апреле, да. Будет там Дора в июне. 170? 170. И потом тур гигантов. Насколько ты изменилась? Что именно изменения, какие должны произойти в сознании, вообще в отношении к этому всему? Ну вот, когда я поехала к Диме Ерохину на трассу, у меня была с собой камера,
да, там, ну, задание редакции, снять, как он бежит. И еще тогда я думал, ну, пробегу я, наверное, 30 км. Сидя в аэропорту, я думал, зачем я себя так ограничиваю? Да, человек бежит каждый день больше 60 км. Почему я не могу этого сделать? То есть меня тогда впервые посетила эта мысль. Подумала, что у меня есть такая замечательная возможность, да, вот прямо завтра это реализовать. И все. И вот там реально тоже было вот, ну, наверное, первый раз я вот это состояние медитативное поймала, когда я просто провалилась и потеряла счет километром. Потом хоп, уже на часы 37 км. Я тоже дополню, что не совсем медитативная. Я более-менее чуть, скажем так, с точки зрения спортивной науки изучаю это состояние, называется измененное состояние сознания. То есть, и да, при пиковых физических нагрузках человек в него входит. Вот. Войти в него можно с помощью медитации, еще с помощью молитвы, то есть, ну, разные как бы практики есть, но один из способов – это вот длительные физические нагрузки, когда входишь в это в измененное состояние. В нем еще есть другое состояние – это пиковые переживания во время измененного состояния сознания. На нем находишься, ну, там, 1-2 минуты. Вот. И то, что Женя сказала, я как бы тоже подобобщу. А в тот день, когда она приехала, приехалось еще с ней 3 человека, которые, ну, до этого в своей жизни бегали максимум там 10-15 километров, и они все 60 километров пробежали. То есть один из способов вот снятия этих рамок – это примеры других. То есть вот то, что я бежал, то есть люди 10-15 километров ни разу в жизни не бегали. Вот. И Женя пробежала, еще Максим Батраков пробежал, то есть, и он за год снял с себя эти блоки, вот эти, то есть у него марафон был что-то 3:30, к осени уже он пробежал марафон за 2:44. Вот. Женя вот изменилась, вот эта поездка, 2 дня вместе со мной, вот они пробежали, то есть Максим Батраков пробежал в марафон, стал тренироваться и снял 45 минут с результата. А Роман Прокофьев, который только ночной забег был 10 километров, я его натренировал, он к июню в Швейцарии через 5 месяцев уже 100 километров пробежал сразу. И сказал, я пробежал всего 60 километров, даже марафон не хочу бежать, сразу 100. И пробежал 100 километров. Вот, то есть, поэтому Женя в том числе и здесь, чтобы своим примером вы послушали и тоже сняли свои блоки и, не знаю, побежали не марафон, а сразу регистрировались там, на 100 миль бежать к осени, то есть, иначе бы к этому готовиться. То есть, как там сама? Вы можете. Вот. Я могу, и вы можете. Ну, то вот есть, и все. Все у нас в голове. 100 километров бежишь не ногами, а головой. Жень, а по рациону, опять же, а можешь привести хотя бы примерно на один рацион? Что ты сегодня делала? Ну, сегодня у меня не совсем традиционный день был из-за того, что вот мне сообщили, что такие не очень хорошие цифры в плане потери мышечной массы. А вообще обычно съедаю половину банана, иду бегать, возвращаюсь домой, съедаю вторую половину банана, съедаю апельсин, горсть орехов, обязательно ложку тахини, это паста из кунжута, и ложку урбечи из льна. Потом я иду на работу, беру с собой квашеную капусту, беру с собой яблоко, 4 штучки инжира и имбирь. И беру имбирь. Это все я съедаю на работе. А вечером? Вечером ничего. Вода. После 6 часов я ничего не ем. Прям пища? Да, сколько раз? 2 раза, 3 раза? Ну, 4-5, может, даже получается. И пьешь много? Вот этот момент я тоже упустила. Мне сказали, сейчас надо пить по 3 литра, а то я умру. Ну, я как-то думала, что полтора литра нормально мне хватает, да? Выяснилось, что не хватает. Чай? Чай пью. Чай, кофе? Кофе бывает, пью. Печенюшки? Печенюшки нет. Как
Хлеб с печеньем. Прекрасно. Есть много замечательных сухофруктов. А у тебя были проблемы с весом? Ты так это же испытание или нет? У меня в детстве были проблемы с весом. В институте сейчас, были проблемы с весом. Сейчас у меня другие проблемы с весом. То есть ты так ешь, потому что боишься поправиться или что? Да приночку. Ну, сейчас я боюсь, что какие-то там лишние килограммы будут мне мешать испытывать чувство полета во время бега в полной мере. Ну, вот Ольга, в отличие от меня, имеет детей и даже внуков. Вот, она расскажет о том, как тренироваться, когда у тебя есть дети, есть ответственность, и у тебя ограниченное количество времени, и при этом бегать марафоны сколько хочешь. Я хочу начать с самого начала, но меня зовут Ольга Трунова. Бегать я начала, наверное, еще с самого детства. Как мне говорят, со скольки, я говорю, как родилась, научилась ходить, наверное, так побежала. Ну, я родилась немножко пораньше, чем Женя. Причем жили мы во Владивостоке, у меня отец военный был. Он, оказывается, тоже занимался легкой атлетикой. Он был первый разряд у него по прыжкам, по коротким дистанциям, длиной. И КМС по морскому многоборью. Я, может быть, в него, но он мне никогда не прививал спорт. Вот удивительно, я даже не знала, что он вообще занимался. Потом только узнала. Не знаю, почему. Может быть, он все время был там где-то в морях. А начала я бегать. Причем я в детстве, у нас не было так кроссовок, как сейчас. Я помню, очень любила ботиночки, вот когда еще дошкольником. А не сандали, потому что, когда бежишь, сандали спадают, а ботиночки, они очень хорошо завязаны и не спадают. А потом после первого класса меня отправили, вот после 3 года я была по 3 смены в лагерях, тогда в пионерских. Там очень были хорошие у нас спортивные мероприятия, соревнования, четырехборье называлось. Мы прыгали, бегали, метали. Помню, хорошо прыгала, бегала, метала хуже. Да, руки послабее были. Вот. И в классе в 4-м я захотела заниматься этим. Причем ни родителям ничего не спрашивала, знала, у нас там есть дом физкультуры, пошла. Я говорю, вы знаете, вот я хочу заниматься четырехборьем. На что это такое? Я говорю, ну вот когда прыгаешь, бегаешь. А, говорит, это легкая атлетика называется. Идите, говорит, на стадион «Динамо». Это вот в 4-м классе, ну сколько мне было, 10 лет или 11. Я поехала на стадион «Динамо». Это я уже не в центре города, мы нас переселили, жила, поехала. Пришла, тренер на меня посмотрел. Приходи, говорит, через годик. Я ждала весь год, вот прямо ждала весь год. Но не бегала. Сама. Потому что я не знала, что, как надо. Пришла, и почему-то, как ни странно, из нашей школы пришли тоже девочки. Оказывается, приходили, но почему-то в параллельный класс. И мы с ними сначала много было девочек бегали. Потом нас трое осталось. Мы занимались. Одна лучше меня бегала, одна похуже как-то. Вот так вот мы вместе бегали много там. Вот. А потом мы переехали. Это сколько уже? А, в 8-м классе. Ну, я так и бегала. Летом куда-нибудь в лагерь, потом ищешь тренера, приходишь там, позанимаешься. Ну, на средней дистанции, там 800 тогда было вот так. А потом уехали мы в Москву с мамой. Вот. И чувствую, после 8-го класса, да, чувствую, мне что-то не хватает. А у меня сосед занимался легкой атлетикой, там коммуналки, мы жили в центре, на стадионе юных пионеров. Я жила там, где вот Маяковка, 2-я Тверская-Ямская. И он мне говорит, давай я туда тебе свожу. Ну, и тренер меня как бы взял. Тоже я там занималась 2 года. Причем еще получилось, почему я еще так захотела. Я немножко постарше была, вот в 9-м классе постарше немножко была, потому что я ноябрьская, я пошла почти с 8 лет в школу. И меня поставили, помню, в кроссе бегать с 10-м классом. 9-й 300 бежала, 10-й 500. И я обогнала всех 10-классниц, девочек. Они на меня потом ходили, все смотрели. А ты занимаешься? Я говорю, ну вот я занималась когда-то, думаю, мне надо идти. Пошла, ну, 2 года, да, вот 1,5 там позанималась. И
поступила, ну, где-то около второго разряда, как-то так, я на 800 метров. Больше как бы не дошла. Ну, потом поступила в институт на вечерний, не прошла на дневной в пищевой институт. И пришлось бросить мне спорт, потому что... А потом вышла замуж после первого курса, после второго ребенок у меня родился. Вот. А когда закончила институт в 80-м году, развелась с мужем. И услышала по радио: клуб любителей бега организуется. Тогда как раз любительское движение организовывалось в парке Горького. По радио слушаю, думаю, надо идти. Вот. Письмо пишите. Написала письмо, что там открытку ждала. Долго ждала. Не прислали. Потом еще раз услышала. И уже там мне сказали, куда, чего там. Поехала сама уже летом. То есть вот клуб в феврале организовался, а я в июне пришла. Вот чем, почему у меня уже после этого сейчас 34 года любительского бега. В перерыв только было у меня 2,5 месяца, на рождение второго ребенка. Но он раньше родился на месяц и 10 дней. Но я сказала, зато раньше на трассу выйду. Причем неделю еле ходила, а через неделю, в общем, 2 недели стала бегать. После рождения, ну, потихоньку, по 3, по 4 километра, но регулярно, главное регулярно. И вот 7 месяцев было, я уже московский марафон пробежала. Ну, до этого я и бегала, когда в положении была, да. Я пробежала, помню, 3 раза 10 километров, вот когда у меня было где-то 1 месяц, 2 месяца, да, уже 4-й месяц пробежала. И главное, время одно и то же было. 47 минут. Но до этого я лучше бегала десятку. 43-44. А тут так спокойно, так вот для меня 47 минут бежала. Помню, мы во Владимир поехали. Вот вторая десятка была, вот когда в положении уже где-то 3-й месяц был. Я бегу, обгоняю какого-то мужчину. Думаю, знал бы ты, молодого, что тебя беременная женщина обгоняет. Но я ему не сказала. Думаю, не буду так обижать мужчину молодого, не буду. Но что интересно, когда на марафоне, на московском я десятку бежала, у нас тогда вот наш Галета Владимир Павлович, он в диспансере был, он тогда помоложе был, сейчас ему уже под 80 где-то, да. Вот. И он бегал тоже хорошо. Но он единственный знал о моем интересном положении. И я бежала спокойно, и вдруг он меня к финишу догоняет. И чувствую, он не хочет, чтобы я его обогнала, потому что он знает, как бы, что... Я думаю, ну не буду я рваться. И вот мы вместе с ним пробежали. Он потом, вот мы с Ольгой пробежали, вот вместе закончили. А вот. Ну и потом через 7 месяцев я московский марафон мира пробежала. Немножко 4 вышла. Но до этого я так хорошо из 4 выходила. А тут немножко. Но все равно как-то постепенно. У меня сразу вопрос подходит. А почему другие женщины в качестве причины, почему они бегают, называют детей? А для вас это не было проблемой? А я всегда говорю, желание 1000 возможностей, нежелание 1000 причин. Вот. Если ты хочешь, еще так, ищешь возможность, не хочешь, ищешь оправдание. Ну, у меня всегда было желание, мотивация. У меня, ну, хорошо, у меня мама была же, у меня... Сын был старше вот на 13 лет. Интересно было, когда он у меня, сын, родился зимой, а когда младший, а когда старший у них, ну, 13,5, там 14 лет был, он пошел осенью гулять, и все ребята летом приехали, он, значит, гуляет, у нас школа рядом. Ребята говорят, Дима, говорит, и когда это ты успел, говорит ему. Так, подкалывали типа. А дети у вас бегают? Вот насчет бега детей. Вот тот сын, с которым я бегала так, будучи в положении, он бег ненавидит. Я его пыталась, когда Шричиной, вот эти дети бегали там, я его таскала. Он говорит, а шоколадки давать буду? Там детям шоколадки давали. Я говорю, будут. Вот. А бежать надо? Я говорю, а за что шоколадки будут давать? Вот он бегал. Ну, сейчас он говорит, я ненавижу. Но он вообще какой-то странный, он не любит футбол, занимался немножко футболом. Причем я его отвела. Ну, ему нравилось. Я его все пыталась куда-то... Вот. Я говорю, девушки такие сейчас, ему 25 лет сейчас. Я говорю, такие девушки бегают сейчас. Такой бум пошел, симпатичный. Говорю, пришел бы, говорю, посмотрел.
Ну, бегать, говорит, не люблю. Вот не знаю. А старшего я увлекла. Я с ним бегала сначала, немножко увлекла. Он даже ходил, тоже занимался к Храмцову. Вот у меня тренер был такой, занимался немножко. А потом как-то к ним, у нас в Орехово-Борисово, я живу на Борисовских прудах, пришел тренер с прудов. Там у нас тоже спортивная школа и секция гребли. Вот. И он говорит: мам, пойду-ка я в греблю на каноэ. А то, говорит, ноги, а тут все тело будет. Я говорю: ну иди, вздохнула, ну иди, говорю, сынок, если хочешь. Пошел, ну как ему помогло, что он бегал, потому что там было тоже очень много бега. И там вот он пошел со своим другом, он иногда в кустах отсиживался, ему было тяжело, а он уже бегал. Ну я его брала, вот бегали, мы помню, 10 километров. Семь холмов тогда было, вот он бегал, ему лет 12 было. А, помню, интересно, мы с ним поехали на марафон. Это вот у меня тогда лучший марафон был. Рыбная Константинова туда, к Есенину, есенинские места. Вот. Ну, тогда 12 лет ему было. Я говорю: ну ты заодно побегай. Вот когда старт у нас был... Туда, в общем, у нас как-то был не там старт, где финиш. Да, мы в другом месте марафона. А сейчас там марафона нет, там сейчас уже полумарафон, что ли. В общем, я говорю, когда первые марафонцы пробегут первый круг, ты говорю, а нет, когда прибегут первые марафонцы, тогда ты вот выбегай, как раз час мне останется, но не где-то два, у меня как раз там 3,5 часа было. Вот. И точно получилось. Он меня встретил на 5 километров. И, значит, мы с ним добежали обратно. Он: марафоночка, ты моя, сын. Ну, добежали нормально, вот так вот, тоже так, как-то вот пыталась тянуть. Ну, вот гребли занялся, ездил в лагерь спортивный, так, сам, ну, не сам, вернее, со школы. Сейчас уже мало ездят. А потом все, сейчас вот и не бегает, поправился, и гребли, даже на лыжах не ходит. Ну, сейчас у него 3 детей, у меня 3 внуков, но ему сейчас не до бега, на коньках ходит. Да, с Женей подружиться. А? С Женей подружиться. Оля, у меня еще вопрос. А почему вы до марафона не пробежали? У вас 73 марафона ни разу не думали, вот, те же 100 километров пробежали, может, суточный, вы же опытная. Ну, вот, когда я начинала бегать, тогда не было вот такого бума марафонского. Хотя марафону, я когда пришла первый раз в клуб, там у нас какое-то собрание было, все о марафоне. Я думаю, господи, думаю, какие-то ненормальные. Я тогда бегала, ну, по одному марафону, по два максимум. Ну, и столько не было марафонов, как сейчас. Вот московский был, даже в Питере еще тогда не было. Королевский был. Вот. Ну, я иногда королевский, иногда наш бегала. Вот. Ну, 2-3 иногда редко так. Больше вот один вот этот московский марафон мира бежала. Причем пришла тоже, через 4 года только пробежала марафон. Я не знаю, мне нравилось бегать, вот скорость, мне хотелось вот побыстрее пробежать эту дистанцию. Там 10 полумарафон я любила. Нет, тогда даже 20 было километров, потом полумарафоны стали. Мне хотелось время улучшить. У меня даже до такой степени, что если я прибегала там 10 километров, например, соревнований, и смотрела, что время плохое, вот у меня настолько было, что я садилась и рыдала вот от такого. И напряжение было, и надо напряжение такое было. Ну, я помню, в Королеве марафон, когда уже после родов, я решила, вот все хотела из 3:30 выйти, мне не получалось. Я начала так довольно быстро, 4:40 так. Ой, я раньше бегала вообще, начинала, наверное, надо было помедленнее начинать. Ну, 20 километров, у меня 1:34 я начинала марафон. Потом думала, ну, потом по 5 побегу, думаю, у меня получится. Ну, потом чуть медленнее получалось, не знаю. Мне бы тогда гуарану, тогда не было. А, про этот королевский, да, марафон. Вот хотела выйти как раз, побежала, вроде ничего, так шло нормально. Потом по 5 минут пошла, потом чуть медленнее. И потом смотрю, у меня то ли было 3:34, вот, и такой напряг был. Я упала потом и рыдала, я в палатке рыдала, я, наверное, минут 15 рыдала.
Но рыдала не только из-за этого, понимаете? Личные какие-то неприятности были, сразу вспомнились. И все это вылилось. Вот как-то так. Но еще было у меня соперницы были моего тоже, тогда еще помоложе, соперницы. Помню, Зина Шабалина бегала очень хорошо тогда. И бегу, у меня еще вот был приятель, вот мы с ним так бегали, он сейчас в Германию уехал. Бегу, а она за мной бежит. Я бегу, говорю, я больше не могу, говорю, у меня уже сил больше нет. Ну, немножко помедленнее беги. Я говорю, не могу, Зина сзади, говорю, ну как же? И все-таки вот вырывала как-то. Ну, я не знаю, почему я не пришла к сверхмарафону. Ну, не было тогда такого вот. Потом уже пошло как-то сверхмарафон. Потом пошло уже, да. Я даже не задумалась. Для меня марафон было как-то много. Как-то готовилась. Не знаю, мало было сверхмарафона. Это вот сейчас вот такой пошел. А может, в этом году побежите? Ну, у меня была мысль, вот сейчас я скажу, у меня была мысль пробежать суточный бег. А почему? Потому что... Думаю, ну что ж такое, сколько я бегаю, вот, и разряда толком, ну что там, ну третий разряд там, все. А тут сразу можно мастера спорта получить. Это мой телефон гудит, ладно, пусть гудит. Но там надо пробежать 200 километров. Я поделила, думаю, ну вроде бежать не быстро так, думаю, можно потихоньку, но я еще не знаю, это совсем другая физика, совсем другая. Даже не знаю. Вот суточный. А потом я сейчас боюсь уже, все-таки сколько я бегаю. Если бы я, конечно, поменьше. У каждого человека же ресурс, я так думаю, на ноги, на суставы. Я тут как-то упала. Причем зимой я не падаю почему-то. Зимой я умею бегать как-то вот. Надо стопу расслабить, чтобы вот не напрягать ее, а расслабить. И тогда по льду ничего. А летом я постоянно падаю. Потому что, ну, я бегу шоссейник, а если я бегу где-то даже кочка небольшая или что, я за нее запинаюсь. Особенно, когда уже устают ноги, повыше ноги надо поднимать. Думаю, да что ж такое? И вот как-то упала, пошла, сделала рентген, что-то у меня болело очень. Мне говорят, а у вас тут артроз? Я говорю, какой же у меня артроз? У меня ноги не болят. В общем, у меня будет уже... 14 километров мне осталось. У меня будет второй виток вокруг Земли. 80 тысяч километров. Вот. С 81 года. Да, вот это. И что я хочу сказать. Вот без, как я всегда говорю, без капитального ремонта. То есть травм у меня практически не было. Потому что мне сглазь. А то я одному приятелю сказала, он заболел, говорю, ты знаешь, я всю зиму не болела. Тут же вечером у меня нос потек. Ну вот как? Я не знаю, сглазила или как. Вот, поэтому... Я говорю, пока вот без травм. Но самое главное, чтобы бегать без травм, это, конечно, нужно плавно нагружаться. Нагрузка плавная должна быть. Не резко. Вот ты не бегал там сколько, ты побежал 20 километров. Нужно себя чувствовать постепенно. Вот даже, я говорю, вот после родов я 3-4 километра бегала, потом 7 так постепенно. Даже вот, когда я заболела, вот сейчас вот немножко вот насморк был, я 7 километров пробежала вроде как втянуться. Не сразу там 15. Постепенно. Вот. Ну, я всегда зимой делаю какой-то перерыв, чтобы между двумя сезонами беговыми. Вот где-то в декабре, но этот декабрь у меня выдался активный. Я пробежала 2 марафона и 1 20-ку. Но там у меня было тоже спортивное состязание. У нас же есть КЛБ-матч. И я там боролась за 3-е место. Мне не хватало бонусов. А девушка была из Екатеринбурга. Ну, женщина, да, моего возраста, из Екатеринбурга. Вот. У нас с ней прям вот близко были. Я пробежала марафон БИМ зимой, потом пробежала 20-ку в Королеве, потом вот у Димы пробежала, Ерохина, пробежала еще марафон. Ну, думаю, все, оторвалась.
И потом смотрю уже позже, у них там позже заносится, пока они, наверное, свои результаты отдадут. Смотрю, она там пятнашку пробежала, еще чего-то. Смотрю на какие-то там десятые, она мне все-таки обогнала. Ну, думаю, ладно, ну что ж теперь, значит, сильнее. Вообще-то она так. Ну, сейчас она ушла в другую возрастную группу. А сейчас сколько вы в неделю бегаете? Ну, так как я вот сверхмарафон не бегаю, но вот для марафона даже, когда я готовлюсь или объемы вот повышаю где-то, ну, сейчас у меня вот к 70 было километрам, сейчас вот немножко приболела, но так, когда вот к марафону или вот объем повышаю, ну, 70-80, ну, бывает побольше. А раз сколько в неделю получается? Ну, когда вот объемы повышали к марафону, тоже 6 раз в неделю. Но понедельник я вообще не бегаю, например. Понедельник у меня выходной день после объемной тренировки. Вот. А так летом бывает иногда, вот если соревнований нету, ну, 5 раз в неделю могу, там где-то субботу могу отдохнуть тоже так. Особенно, если смотрю опять марафон, думаю, надо опять объемы набирать. Но все равно как-то... Они легче, если постоянно бегаешь, легче набираются объемы сразу. Ольга, какие там на этот год у вас цели? Ой, у меня была очень такая цель. Я хотела поехать на Нью-Йоркский марафон. Сразу как только открылась регистрация, мы зарегистрировались, все. Ну вот сегодня или вчера, когда это было? Вчера, да? Вчера мне прислали отказ. То есть наложили на меня санкции. Если вы 3 года подряд будете в лотерее, вы получите. Вы знаете, я уже ездила на Нью-Йоркский марафон. Это в каком году? В 6-м, кажется, или в 7-м? В 7-м, кажется. Ездила. У меня сейчас результаты попали вот в этот промежуток, попали, все нормально, поэтому я не сомневалась. И в тот раз у меня попали результаты, и мне как-то легко прислали приглашение, все. Я легко как-то и... В общем-то, прошла, ну, в общем, нормально все. У меня там сестра живет, так что жилье мне там. Не было проблем. Вот. А сейчас почему-то мне прислали отказ. Ну, написали, вы знаете, еще может быть причина, что у нас клуб вот этот 42 километра, они аккумулируют, у них есть 30 мест. Вы можете вот воспользоваться... Причем в каждой стране есть такие. Вот. А у нас вот это 42 километра. 30 мест у них там есть, я посмотрела. Но они берут большие деньги даже за 3 дня. Жилье и взнос стартовый. Там 100, то ли 20, то ли 130, там с чем-то тысяч. А какие-то в Европе марафоны просто открытые регистрации? Нет. Ну, в Европе, да. В Европе вот сейчас вот мы как раз обдумываем после того, как мне отказали. Сейчас вот думаю, вот. Ну, я уже много-много где бегала. Я в Париже, в Риме, в Милане, в Хельсинки, Раваниеми, это Санта-Клауса марафон. Вот. Где еще? Берлин. А, Берлине. Берлин, Мюнхен. Мюнхен, Барселона. Барселона. Тоже вот самый запоминающийся среди зарубежных. Нью-Йоркский, конечно. Нью-Йоркский. Не знаю. Я когда бежала вот на Нью-Йоркском марафоне, или, может быть, вот сама Америка как-то мне вот прямо что-то такое вот грандиозное. Первый раз были, тогда в Америке? Ну, в Америке-то первый раз, да. Но за границей не первый, но тогда я не так много была. Вот. Я прям бежала, у меня там... Бежала вот что-то такое вот грандиозное. Второй раз у меня такое было ощущение, когда я была в Монако. Но я там не бежала, просто вот мы в Италии бежали. Я тогда ходила, вот так вот думала, блин, Монако. Вот, я не знаю, что-то мне такое грандиозно в этом Монако. Но представляете, идем, там гостиница такая шикарная, написано «Казармы карабинеров». Это у них вот полицейские. Там у них полицейских столько же, сколько у них оркестр. У них оркестр там есть. Вот столько же у них полицейских. Но у них Франция. Франция их защищает. Они внутри Франции. У них там договоры. Поэтому, если что, значит... Поэтому у них только внутренние. У них там не увидишь ни одного
Не то, что бомжа, ни попрошайки, ни бомжа, никого. Потом у них вот горы, у них лифт. Вот лифт с горы, там вниз лифт идет. Вот так. Чистота, естественно, все вот так там. Самого князя Монако видела. Альбер, они там... Они, нет, они стояли, потому что у них во дворе там можно экскурсия есть, да. И во дворе мы когда были, видели они там. Как увидела, сразу влюбилась. Стала про него много читать. Но он женился. На спортсменке, между прочим. Да, на спортсмен. Он сам спортсмен. Да. А какому нашему больше всего понравился по организации? И запомнился. Вы знаете, наверное, нью-йоркский. Ну, представьте, 40 тысяч человек. Мы выбегаем, Веразана Бридж, мост, он... пешеходного, он не пешеходный, только вот для марафона, вот, с двух мест, потом бежишь с моста, там вот расслаивается вот две струи, два потока, вот, и вот бежишь 40 тысяч, никто тебя не заденет ни локтем, ничего, если чуть коснуться, ну, у них не положено в Америке, она, они сразу, excuse me, я говорю, да ладно уж, типа того у нас-то там вообще наступит на ногу и не заметит, вот. И настолько, вот когда прибежали мы, вот вы знаете, здесь прибегаешь иногда, ну не только у нас, и в других странах иногда бывает, прибегаешь, то медали ждешь, то еще чего-то, то там чип. Ну у нас чипы хорошо, а вот в Вене мы бежали, правда я там не добежала, сошла, но там у меня так получилось что-то мне. Вот, ну там чипы мне, чипы надо было сдавать, вот Света рассказала, мы со Светой ездили там с подругой. Очередь была большая, нам надо в какую-то было вот будочку чипы сдавать, ну не знаю как-то... Сделано так было. А здесь прибегаешь, один на тебя плащик накидывает, другой тебе его защипывает, третий пакетик дает, что и медаль вешает. То есть, представляете, то есть ты буквально сразу ты, и сразу всех они... Ну, представляете, вот столько народу было, что мы сдавали там поляна такая, представляете, поляна на 40 тысяч человек, где вот... переодевались, и все у них четко, зеленые, там по цветам, зеленые, синие, красные, не помню уже цвета какие, и номера этих машин, вот, и потом они также выстроились по цветам и по номерам машины, прямо от финиша, а финишировали в парке центральном в Манхэттене, и я 40 минут шла, автобус этот свой, 40 минут, правда, я не быстро шла, медленно так, но 40 минут, столько было вот этих машин, пока свой цвет свой, нашла свой номер там. Вот. Но все как-то у них четко было. Я потом приехала, говорю, ой, а вот в Нью-Йорке вот они сразу надевают и сразу тебе... Говорю, а тут приходится ждать медали, ждать там еще чего-то. У меня вопрос. А вот предыдущий вот, московский марафон мира, там вот во все времена, и нынешний московский марафон, а какой вам больше всего понравился и запомнился? Именно из московских марафонов, вот, который наш главный марафон, лучше всего идет? Ну, я бегала практически все московские марафоны, кроме 84-го года. Ну, сначала начала я три раза десятки бегала, но там еще десятки несколько раз. Один раз, когда положение было, один раз там я перед этим бежала, как раз ездила там на соревнования тоже в субботу. Ну, я даже не знаю. Вот сейчас немножко, конечно, по-другому. Более так, более по-европейски стали делать. Вот сейчас вот московский марафон как-то так. Ну, неплохо сейчас организуют, ничего не скажешь. Вот, ну... Тогда очень хаяли, особенно последнее время, хаяли организацию. Я так немножко, конечно, заступалась. Хаяли. Ну, еще бы, когда мы в заряде переодевались, было, конечно, лучше. Когда стали переодеваться около... Набережной, да. Там эти палатки, и когда не сядешь, и когда дождь, там вода вот так вот течет. Вот, мы там в воде там ходим, куда встать, куда это холодно. Вот, ну, не знаю, но все равно как-то они старались. Я чувствовала, они так все это старались. Всегда по возрастным группам награждали. Но я практически всегда попадаю, вот. Но не первая бываю, где-то вторая, третья. Так.
Ваш самый лучший результат? На марафоне? Да. Ну вот у меня 3,5 часа, 3:30 было, 0,7 что ли, или 0,8 или 10 секунд. А второй разряд было выйти из 3,5 часов. И вот я как пыталась выйти, да. Но вот что интересно, вот когда я бежала, всегда быстро начинала, вот, хотела что-то, чтобы быстрее. А тут я начала, ну, чуть-чуть из 5 мы начали. И так бежала практически всю дистанцию, по 5 минут у меня получилось. И лучший результат. То есть вот надо угадать свой темп, по своей тренированности свой темп угадать. Потому что хуже будешь бежать, потом все равно тяжело будет. А если начнешь быстро очень, тоже потом... Потом ноги уже не потянут. Вот. Так что надо вот угадать вот этот как раз момент. Беременность, вы сколько бегали вообще? Столько же, сколько и в обычное время? По объему? По объему, да, тренировки, по ощущениям, как у вас было. Не болело ничего? Нет, ничего не болело. Ну вот первые вот 3 месяца, да, я так... Нормально тренировалась. Ну, конечно, я темп снизила, темп, естественно, бегала медленнее, снизила темп, вот, и не делала никакие такие вот упражнения, так, естественно, какие-то вот. А так бегала где-то до 5,5 месяцев, но там я уже после 5, я уж почти не бегала, ну, так, километр, чуть-чуть туда-сюда, вот. А потом перестала. Уже. А? После 5 месяца беременности не бегает? Нет, ну где-то до 5,5, ну там уже после 5, так буквально километр чуть-чуть, так протрусю, чуть-чуть, буквально так уже. В клуб ходила, типа вот в клуб приду, смотрю на всех, чуть-чуть протрусю, вот. Я считаю, что женщина, конечно, может совмещать, но естественно, хорошо бы, если бы кто-нибудь мог... помочь, вот, с ребенком остаться. Я даже иногда оставляла ребенка спать дома, одного оставляла и убегала. Я знала, что вот он 1,5 часа будет спать, не проснется. Но я знала просто. Ну, знаете, это чревато. Ну, я не одна живу, слава богу, а вот если человек живет один, например, ну, бывает, женщина одна там живет, ну, просто в магазин женщина вышла, было как-то, я читала, ее сбила машина. И ребенок у нее умер один дома. Оля, как ваши подруги вообще реагируют на ваш бег? Ну, вот ваш... Нет, почему? У меня подруг много. И беговых, и по работе у меня были подруги. И еще школьные остались подруги. Нормально реагируют. Ну, больше, конечно... С уважением относятся, хорошо, достижения. Ну, да. Больше всего, конечно, вот на последней работе я работала уже в таком возрасте, когда я бегала, вот после 50. Там, конечно, женщина моя, начальница моего возраста, она в 2 раза меня больше. Да. Ее раздражало мое занятие бегом. Она вообще слушать не хотела. Я перестала рассказывать. Все так нормально, но, господи, кто чем занимал, или кто-то, может быть, там в горы сходил, кто-то еще что-то, мало ли, вот, и кто-то на лыжах, она ничем не занималась, она ездила в Кисловодск там отдыхать, вот, пускай я на марафон куда-нибудь ездила. Я ей перестала как-то рассказывать, но все равно я ее раздражала тем, что я ношу в 50 лет короткие юбки, вот, то, что я, значит, вот... Я даже однажды разозлилась и сказала, говорю, мне, ну, она когда орать на меня стала, говорю, вы мне завидуете, говорю, потому что вы не можете так юбки носить. Ну, достала просто. Ну, достала до такой степени, что я потом ушла все-таки. Но она не только, она вообще орет не только со мной, поэтому как бы... Так бы я спортивно, я бы пережила то, что вот она орет, и не по делу, и на всех. А то с питанием? А питание у вас такое? Рацион. А питание у меня традиционное. Нет. Ну вот как я, например, считаю, вот и читала все, лучшая пища перед бегом – это геркулесовая каша. Причем
Если полумарафон, десятку, я ее могу на молоке. А вот если перед марафоном, там можно там тоже с сухофруктами, с чем-то, ну, с фруктами там, с чем-то такой, ну, без, и без молока уже, без ничего. Кашу. Ну, как мы видели, когда, как-то помню, в гостинице тоже там все марафонцы собрались тоже. И вот завтрак, все питались, хлеб, тост, тосты там, варенье. Вот мы смотрели, как все. Ну, и каши тоже. Ну, тост с вареньем там вот так вот иностранцы питались. Углеводная загрузка накануне марафона. Там любят макароны поесть, сыром. Я раньше проводила вот книги, вот «Цель 42» была. Я читала вот «Белково-углеводная нагрузка». Я ее проводила. 3 дня белки, 3 дня углеводы. Вот. Но мне вот, например... Говорили старшие товарищи, кто бегает. Это, говорит, на, хорош, ну, на больших результатах. Я говорю, ну, все равно. Но я проводила, я считала, что вот если я провела, во всяком случае, я подготовилась к марафону. Ну, а сейчас я уже... Ну, тоже я стараюсь, конечно, за день побольше углеводов, поменьше там, конечно, вот мясного такого. Вот. А уже в день старта никаких бутербродов, как некоторые. С колбасой. Кашу, ну, я могу печенье там съесть. Печенье я люблю. Шоколад можно. Но шоколад лучше до этого есть. И вы знаете, такая была... Такая есть фраза, как ее сказать, что ты бежишь не на том, что съел сегодня, а на том, что съел вчера. Вот с вечера, ну, углеводился там целый день и... Практически, я вот сейчас вот гели стали, я гель иногда вот на марафоне, на полумарафоне даже не потребляю. На марафоне гель там, в принципе, я даже питание на марафоне особенно, ну, если апельсин немножко там дадут, немножко апельсин, а так как-то я банан, не знаю, для меня тяжелая пища, если на марафоне на самом. Я пью в основном воду. Могу к концу уже марафона немножко чая выпить сладкого, если там что-то чувствую. А так в основном воду. Я последний раз возмутилась. Вот сейчас мы бежали дорогу жизни, и там не было воды. Я же, конечно, мне же нужно высказаться. Я нашла организатора и сказала, почему у вас не было воды? Чай был. У нас, говорит, чай же был. Я говорю, а воды? Я говорю, должна же быть обязательно вода. Я говорю, как же, говорю, без воды? Вот, я сколько занимаюсь уже этим питанием, говорит, не было. Я говорю, ну как не было? Я говорю, ладно, я полумарафон бежала, а марафон, говорю, без воды бежать. Потому что, говорю, чай – это не вода. Ну правильно, Жень, вот чай – это не вода. Все-таки, да. Чай – это не вода. Чай – это чай, да. А без воды бежать, бывает же обезвоживание, там еще что-то. Даже если зима, все равно бывает, вот пить хочется, даже вот просто. Это как я где-то бежала, уже сил не было. Я помню, впечатление писала. Где же я бежала? Это, мне кажется, я бежала, там жарко тогда было очень. В Праге, да, кажется. Вот. Ну, тоже у меня что-то 4 с небольшим получилось, то ли 10, там, не помню, то ли вышло, 10, не помню. Вот. И что-то сил не было уже совсем. И я подходила уже к пунктам питания, подойдешь в конце уже такой, чтобы немножко хоть так размяться, так постоять чуть-чуть, так размяться. Вот. И вот пункт питания – это вот какой-то немножко для разнообразия. Вот что-то бежишь там, пункт питания, там постоял. А иногда даже пить не хочется, тоже для разнообразия, вроде, о, пункт питания. Глотнул немножко, глотнул. Но много пить, кстати, много пить тоже нельзя, вы знаете. Мне однажды было в Питере, было жарко, на белой ночи было жарко, и давали бутылочки. Бутылочку выбросить жалко, я ее пила чуть ли не всю, а давали каждые 5 километров. Нет, это не в том плане, что вы подумали, нет. Меня стало тошнить. Почему, я не знаю. То ли вода была, то ли много... Но мне потом сказали, что тоже это много воды, и что-то там такое происходит.
Вот. И теперь я вот пью, вот сколько-то глоточков сделаю, лучше чаще, но понемножку. Вот. А то прям по полбутылки отпевала. И вы знаете, я уже чувствую, я не могу идти. Я даже села и стала ждать машину. Машину стала ждать медицинскую. Думаю, ну не могу больше. И вдруг я еще раз глотнула. И, пардон, у меня вода вся, она у меня обратно. Причем буквально чистая вода просто вот. Видно, уже организм не принимал. И мне стало легче, я добежала нормально. Мне сказали, вот тут медицинская, уже прибежала, это едет медицинская. Ну что, говорит, вам не надо? Мне уже не надо, говорю, мне уж хорошо. И добежала. Ой, а как я упала в этом Питере. Как я чуть вообще не расшиблась. Вот что значит бегун-шоссейник? Трамвайные линии. Я теперь, когда бегу, я прям как цапля эти трамвайные линии только смотрю, думаю, только бы это. И я зацепилась. Это было уже после там 30 километров, когда уже ноги так. Я зацепилась. Представляете, на асфальте полетела, как-то упала так вот здесь ногой и плечом. Немножко, чтобы не на колени, а то колени... Это фонтанка в районе где-то 27 километра. Да. И вот я, значит, пытаюсь встать, а у меня голова кружится. Вот я сижу на коленях, смотрю, и мимо меня ноги пробегают. Я так сижу грустно, думаю, вот. А у меня была цель выйти из 4 часов. Вот сижу, ноги пробегают. Потом смотрю, голова отошла, я так встала. Девушка так, ой, вам сейчас медицинский. Я говорю, не, мне там немножко уже осталось. Осталось там километров 5, что ли. Я говорю, воды у вас нету? Или что, все грязное? Нету, говорит. Я бегу там, у девушки одной иностранка она была, но я ее как там на пальцах попросила, полила, потом пункт питания еще там полила, ранки там. Добежала 4 часа или 4.01 получилось. Думаю, вот, это 2 минуты я просидела там. Не вышла из 4 часов. Потом, ну, пошли в медицинскую, да, вот мне залили. Но я ходила в травмпункт еще на всякий случай, потому что плечо болело сильно. На всякий случай дома уже сходила, ну, ничего. Вот я говорю, таких сильных травм как-то вот мне вот пока... Пожалуйста, а вот когда вы бежите, вам помогает поддержка зрителей и на всей ли дистанции помогает? Или с какого-то определенного километра начинает мешать? Мне мешает, когда... Или сильно визжат, или особенно вот это вот начинает гудеть. Я говорю, не надо. Вот. Или сильно орать. Иногда вот, помню, итальянцы там любят, ну или наши иногда. Особенно вот эти гуделки прям вот в ухо. Вот. А так, если вот кто-то там приветствует, там, ой, Ольга там чего-нибудь там, давай, там, да, молодец. Ну, тогда нормально. Потому что громкие звуки, вот не знаю, мне, например, громкие звуки, под конец они раздражают, они по нервам как-то бьют, вот эти резкие звуки. Вот, и как-то... Это... Но я бегаю с плеером. Вот мне как сын подарил, бегаю тренировки и марафоны, причем у меня есть некоторые песни, которые помогают. Я вот... Песня есть одна... А, Дениса Майданова. Да. Как она называется-то? «Ничего не жаль». Во, «Ничего не жаль», правильно. Там такой драйв, и я ее ставлю всегда. Я ее ставлю всегда на финиш. Ну, там даже музыка там такая. Я ее ставлю на финиш. Причем, помню, 30 километров бежала Пушкин, Петербург. Вот. Поставила эту песню. Причем я ее могу переключать. Там колесик повернул, обратно ее переключил. Раз, 5, 6. И помню, ладно, не буду переключать. Смотрю, тоже его же песня пошла другая. Смотрю, ноги не бегут. Думаю, так, ставлю обратно. Ну вот я, например, когда бегу, с женщинами часто вот бывает, да? Если... Вот марафон как-то бежали, вот мы, ну, бежали уже не так вот на время, когда бежишь, помню, бим там или еще какой-то, вот, и бежим вместе уже, и она, ну, ты что, будешь делать? Она мне постарше, сейчас вот спорт будешь делать? Я говорю, да нет, зачем? Говорю, давай вместе прибежим, все. А вот мне в Питере один мужчина очень обидел, тоже Пушкин, Петербург, бежали. Интересно, у нас был такой разговор, мы бежим,
Ну, я его нагнала, и бежим мы с ним, бежим вместе. Он бежит и молчит. Бежит, молчит, молчит, молчит. Я не выдержала. Я ему: глухой, что ли, говорю? Нет, говорит, я грачу, молчите все время. Ну, мы стали там переговариваться, там что, где он, питерский был, там откуда. Вот, и бежали все время вместе там. Потом чуть-чуть он ушел, я там догнала, вместе бежим. И вот осталось буквально там 50 метров, и вот он финишный спурт такой дал. Я потом говорю: вот вам не стыдно было, вот зачем вы это сделали? Говорю, вот вместе бежали, говорю, а у него дочка же, у него же дочка смотрела, может, там, я не знаю, еще. Вот он, видно, хотел перед ними как-то, да. Провокационный вопрос. Бег и сексуальность мешает или помогает? Ну, как все в меру. Ой, а кстати, насчет мужчин. Вот правильно Женя сказала, что как-то вот знакомиться. Ну, когда бегаешь, естественно, вот, особенно раньше женщин было меньше, чем сейчас вот молодежи много, девушки. А раньше женщин было меньше, как-то больше мужчин так было бегать. Но я вот запомнила один момент такой. Правда, человек не беговой. Я шла в клуб в парк Горького, шла, и в метро за мной один увязался, ну, молодой человек, сколько мне тогда, за 30, наверное, было, может быть, еще так, я не замужем, все. И вот он за мной идет: какая у вас фигура хорошая, т.т.т. Вы куда? Я говорю: вот я в клуб, там все такое, за мной пошел, думаю, ну, приведу. Не особенно мне и понравился, но, думаю, приведу. Думаю, пусть бегает. Думаю, приведу, покажу человеку, думаю, может, ему понравится, пусть бегает у нас. Вот, сели мы с ним, сели, что-то там лавочка была, сели, пока там народ собирался, он там смотрел, разговоры все такие, он так на меня смотрит, смотрит. Ну, если у нас что-нибудь с вами получится, вы бегать больше, вы, говорит, бегать не будете. Я на него посмотрела, так, говорю, свободен, говорю. Свободен, говорю. Ну, не втянула я его в бег, ну, не знаю почему. Я думала, втяну, нет. Он с таким ужасом смотрел. А тут как-то я по телефону тоже знакомилась. Ну, случайно как-то так получилось. Вот захотел там один человек познакомиться. И я ему начала сразу со спорта, что я спортом занимаюсь. Нет, это мне не подходит. Он сразу. Я говорю: ничего вы не понимаете. Причины сходов. То есть какие сходы и почему сильно для вас расстраивают? Когда я сходила с дистанции. Причины и расстраивали ли они вас? Ну, у меня был сход как-то с марафона мира, что мне плохо стало. Я зачем-то выпила элеутерокок на трассе, думала, что вот будет это. А, типа допинга, думала. А мне потом врач сказал, что нельзя на трассе это пить. Она сказала, что как на давление там действует. Нельзя, да. Я думала, вот думаю, наоборот. Вроде как элеутерокок, думаю, вот, может быть, там сейчас он мне эту энергию там поможет. Там. Вот. Ну вот что-то не помог. А так вот сход был вот как-то даже на двадцатке, что ли. А про вену вы рассказывали. Про вену, но там тоже. Я гуарану выпила рано. Рано. И она у меня, так сказать... Ну, еще было, потому что я помню, в двадцатке бегала. Я очень быстро начала и чувствую, я не могу этот темп держать. Это когда еще совсем помоложе был. Не могу этот темп держать. И не могу. И сошла, а медленнее тоже вот как-то я не могу, не знаю почему. Вот и сошла. И расстроилась, конечно. Ну, сходить можно. Ну, нет, ну, в принципе, если нет медицинских таких, то есть, если тебе там неплохо, если ты там вообще, то, в принципе, натренироваться, добежать, тому просто надо помедленнее, уже медленнее идти и все, медленнее темп брать. Не обязательно такой темп. Если, конечно, неплохо, если там что-то
Не сводит ногу сильно. Вопрос. Женя, точнее, пожелание, она же просьба сказать что-нибудь такое Ольге, чтобы она в этом году 100 километров пробежала. 100? А сутки? Мотивацию. Как вот я говорю, должна быть мотивация к бегу. Вот мотивация пробежать там-то, пробежать. Ольга, смотрите, вот у меня реально, у меня опыта намного меньше, чем у вас. Да, я всего 4 года бегаю, ну 4,5. Да. Марафонов меньше, чем у вас. Даже если сложить все мои ультрамарафоны и поделить их на 42, все равно у меня получится меньше количество марафонов, чем у вас. Ну, мотивация была, наверное. Я это смогла, и это сможете вы. Просто надо сдвинуть вот эту вот рамку 42 километра, да, и там даже 50 километров. Нет, я не про возраст, я просто про колени думаю, что... Ничего не будет. Нет, ресурс есть. Тело, все-таки суставы, ресурс есть. Мышцы, все готово. Мне хочется дольше бег, пусть меньше, но дольше. Я боюсь, что вот если я буду бегать большие дистанции, больше, я боюсь, что колени полетят, и вообще тогда не буду бегать. Вот какое. Ну вы же опытные, вы же почувствуете сразу, если что-то не так. Колени же не внезапно ломаются. Сначала там... Они не ломаются. Вот артроз, это что? Это там смазка. Смазка, это, в общем, и все, уже никуда не денешься. Вы вдруг начнете мечтать про 100 километров? Уверен, это Майка. Поздравляю вас. И точно такая же у нас есть для Жени, надеюсь, 330 километров